На основании чего вы хотите меня доставить в отделение? На основании части 1 статьи 280 будете доставлены в отдел по подозрению в совершении преступления. Ориентировка есть на меня? Есть ориентировка. Покажите. Уже начали заставить ориентировку. Почему вы мне на месте предъявите? Вы нарушаете мое личное пространство, отнимаете мое личное время. На как бы не полагаясь ни на что. Что вам полагается? Что вам полагается? Предъявите мне ориентировку. Я что-то нарушил. Я вам зачитал ориентировку. То есть на протяжении всей Новосибирской области. То есть там сотрудники полиции не работают. Еще раз спрашиваю, там сотрудники не работают. Я не готов сказать за тех сотрудников полиции. Служба единая у вас? Как только я пересек границу Омской области, появились вы. Правильно, потому что есть ориентировка на вас. Поэтому мы. А почему мне сразу не предъявили ее? До вас были сотрудники полиции, я их снял на камеру. Как они удалились? Если бы, как бы, то есть я ничего. Я вам сказал. Вы появились через 20 минут, угу. Простояли здесь полчаса, угу. И у вас сейчас появилась ориентировка. Мы не полчаса, буквально 5 минут мы постояли. Да вы полчаса здесь стоите уже. Требования мне предъявите. Вы вперед живете, да, по часам? Да нет, мне как бы ни часов, ни счастливых часов не наблюдают. Я счастлив. Я свободен. Удостоверение свое покажите, пожалуйста. Я вот не ставился, подошел. Я не видел удостоверения. Это мое право зафиксировать. Вы при. Ну не на камеру, это точно. Вы при исполнении. Пришков Евгений Федорович. Вы при исполнении. До полного ознакомления. Я вам предоставил. До полного ознакомления. Не на камеру. По какой статье? То есть вы что-то скрываете? Сотрудник ДПС предъявляет требования на ориентировку по уголовному делу. Собираются меня доставить в Калачинский район Омской области для ознакомления с ориентировкой. Ну, какие-то невнятные ответы. Ничего запрещенного к хранению, распространению при себе не имею. Еще раз скажите, на основании чего вы собираетесь доставить меня? На основании ориентировки. Уголовной. На основании ориентировки мы вас доставим. Уголовной, да? Уголовной, да. Так вы ГИБДД. И что дальше? Мы такие же сотрудники полиции. То есть выше вы сказали, что связи с новосибирскими у вас нет. На какой территории было совершено преступление? В котором я подозреваюсь. Будете доставлены, вам будет все объяснено. Мне сейчас скажите. Ничего запрещенного к хранению, распространению я при себе не имею. Оно не появится? Оно не появится? Оно не появится. Ну, бывают случаи. И потом, по завершении всех этих процедур, вы доставите меня на это же место.